Эта история будет про одну девочку. Однажды они с папой и мамой приехали на дачу. Мама сразу же уехала. Папа сказал, что мама забыла некоторые лекарства, и у нее заболел живот. Потом ей позвонила ее подруга с дачи, Настя, и сказала встретиться около заброшенного дома. Я согласилась. А девочка согласилась и сказала, что мы встретимся через 10 минут около этого заброшенного дома. Настя тоже согласилась, и они начали собираться. Папа уехал, сказал, что нужно заехать за мамой. Девочка подошла к этому заброшенному месту, и этой девочки там не было. То есть Настя не пришла. Девочка побежала домой к себе, забралась на второй этаж, и в дверь кто-то начал стучать. А потом она осторожно выглянула в окно и увидела двух дядей, которые стояли в черном возле ее дома и ходили там. Затем она услышала, что кто-то поднимается.